возможного минутом первое элемент республики. Визит в Зимбабве – хорошая возможность укрепления двусторонних связей, как в парламенте, так и между государствами. С Россией нас связывают многолетние политические отношения. На протяжении 16 лет мы вели войну за независимость британскими колонистами. После обретения независимости мы установили дипломатические отношения с СССР, а затем и с Российской Федерацией. У нас прекрасные отношения с Владимиром Путиным. Зимбабве – надежный партнер России не только в двусторонних отношениях, но и на международной арене. Президент республики подчеркнул, что позиция его страны решена и независимая. Говоря про антироссийские санкции, совсем недавно из администрации США пришло письмо с жесткой рекомендацией не вести с Россией экономические и военно-технические отношения. Ответ Зимбабве решительно отрицательный. Президент Зимбабве особо подчеркнул неизменную позицию своего государства занимать совершенно независимую политику, не поддаваться давлению. Зимбабве для нас очень важный партнер не только на африканском континенте, но и на международных площадках.